Вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Власний погляд». Наскільки актуальною є для України проблема біженців і механізми її врегулювання? Про це ми будемо говорити в нашій студії з Олдріхом Андрексом, регіональним представником управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Білорусі, Молдові та Україні. Я вітаю вас в нашій студії. І, власне, проблема біженців знайома для всіх континентів світу. Україна не виняток. Але наскільки актуальною ця проблема є для України? Ви працюєте в Україні, ви досліджуєте цю тематику і знаєте добре цю тему. І загалом, як ви оцінюєте ситуацію з біженцями в Україні? Добрий день. Спасибо за цей питання. Дійсно, біженців в світі слишком много. Где-то 50 миллионов человек почти было вынуждено покинуть свои дома по боевым действиям, по несодержанию прав человека. Беженцев около 17 миллионов. Этих людей, которые охраняет Организация Объединенных Наций Верховного комиссариата по делам беженцев. Почему важно для Украины? В первую очередь, эти люди уже здесь. Они здесь были уже во время Советского Союза. Приходили беженцы из социалистических стран, где вытесняли коммунистов, получили притулок, убежище до 90-го года в Советском Союзе. На днях на Украине проблема достаточно маленькая. Если беженцев живет во всей Украине 2500, и в год заявителей 1500... Тобто масштабы проблемы не настолько? Масштаб очень маленький, в сравнении с 17 миллионов в мире. Или в сравнении со странами, которые поближе Украине в Европе. Во Швеции 46 тысяч заявлений в год, по примеру. Но на Украину, если посмотрим, почему важно? В первую очередь, эти люди обладают своими правами, которые они приезжают сюда, они не могут домой. Выдворить их невозможно. Этих людей надо документировать, знать, кто здесь. В вторую очередь, Украина пару лет тому назад решила идти на сторону ассоциационного договора, визовый либеральный план. И одно из условий, которые ставит Европа Украине, это принять стандарты европейские и международные, которые касаются защиты беженцев. В этом смысле надо законодательство уладить, в этом смысле административная реформа должна дойти к этому, что эти люди могут заявить и получить статус, как положено. Но это в интересе каждого государства разобраться с иностранцами, которые на его территорию, и именно с беженцами, которые имеют особенные права. Загалом, от ви згадали законодавство. Наскільки сьогодні чинне законодавство регламентує цю тематику і досконалість, в яких напрямках потрібно ще вдосконалювати положення чинного законодавства саме в у сфері біженців? Ми працюємо дуже тісно з Верховною Радою вже багато років. Перший закон, треба вспомнити, був у 1993 році. Остання поправка закону була в 2011 році. Украина сама присоединилась к конвенции в 2002. Это процесс, хочу сказать. Законодательство – это не только закон о беженцах, это законы, которые касаются доступа к рабочему рынку, здравоохранения, вопросы паспортизации, регистрации таких людей. На самом деле за последних пару лет было сделано очень много. В 2011 году. В рамках саме європейської інтеграції України і адаптації? Адаптації, так. Да. Було прийнято великі поправки закону біженців в 2011. Остались там недоработки. Вони дуже важні, вони нарушають всю систему. І ми моментально стараємося советувати, як організація, яка ці стандарти наблюдає над ними. Є ще 5 законів, которые надо поменять, чтобы была полностью Украина в соответствии с международными стандартами и европейскими стандартами. Яких напрямків стосуються саме ті проблеми, які потрібно ще врегулювати на правовому рівні? На правовому рівні є вопроси доступу к рабочему рынку для тех, которые ищут убежище. Тобто проблема с працевлаштуванием достаточно актуальна на сегодня в Украине? Да. Это работы достаточно. Люди прокормятся себе. Проблема в том, что нет легальный путь для некоторых, как получить фискальный номер. Люди хотят работать, но получить фискальный номер, если не имеешь правильный документ, невозможно.
Есть еще проблемы в области регистрации, есть еще проблемы в области социальной сферы некоторые. Этих 5 законов, мы надеемся, на этом году будет изменено. Напрацювання уже є у Верховній Раді стосовно? Уже є. Є. Некоторі депутати вложили проєкт. Міністерство внутрішніх справ, міграційна служба, правильно сказано, працюємо теж з Міністерством юстиції. Всі проєкти вже розроблені. І дійсно, коли це вийде, можемо як організація сказати, що Україна соблюдає всі стандарти. І потім прийде їх внедрити. Це завжди теж проблема. А тепер давайте поговоримо про практичні питання. Якщо говорити про статус біженця, що власне стоїть за цим статусом, хто може бути біженцем і куди і як звернутися, до кого потрібно звернутися, щоб отримати цей статус? Іностранців приїжджає дуже багато, але люди, які мають право отримати іменно цей статус біженця, який витікає з конвенції 51-го року і з вашого законодавства, яке було прийнято, там треба мати повод. І що може таким бути таким приводом для того, щоб отримати економічний мігрант, якщо так скажемо, або мігрант, або студент приїде сюди, тому що він хоче тут вчитися, він хоче тут трудоустроїтися, або він хоче тут жениться. Це люди, які приїжджають временно на Україну. Тобто обов'язково потрібно вказати причину, для чого потрібен цей статус. І біженець відрізняється від всіх останніх категорій. Він не турист, він не студент. Йому треба було збігати з родини. Поводи для цього, в принципі, це нарушення прав чоловіка. Конвенція признає 5 причин. Це преслідування по поводам етнічної раси, політичного убіждення, приналежності до соціальної групи, по приміру. Ці причини чітко в законі і в міжнародних стандартах вичислені. Якщо чоловік може достовірно доказати, що його садять в тюрму не за те, що він збігає аліменти, скажімо, але збігає за те, що він має убіждення, яке не сприймається в країні поводу. Або чоловік збігає війни. Візьмемо зараз останній рік тільки, скільки з'явилося сирійців на території України. Там, де конфлікти бойові. Сирійці ніколи не просили убіжище на Україні. Последние данные, которые мы получили, больше 300, я думаю, уже будет почти 400 сирийцев, которые приехали на Украину просить международную защиту, просить убежище. Право на это они имеют. Ясно, что творится в Сирии. Они не хотят воевать, они в оппозиции или они у правительства. Это мы не спрашиваем. Вопрос в том, что если они ушли из этой страны, где им теперь невозможно их выдворить, вернуть, їм треба дати определений статус. Або статус біженця, або дополнительну защиту. Отримавши статус біженця, які інші... Що зі статусом біженця може отримати людина, яка може претендувати або вже отримати статус біженця? Вона має право на житло, вона має право на працевлаштування, працевлаштуватися в Україні. Які ще переваги отримуєте разом із цим статусом? Основное право беженца или человека, который получит международную защиту, дополнительную охрану, как называется, это чтобы его не выдворили. Это первое право. Чтобы он не был вытеснен из этой страны, где получил притулок. Тобто поки йде процедура до отримання статусу, Україна не має права? Не має права этого человека избавиться. Когда получить статус, пока этот статус не отменится, тоже невозможно человека выдворить. Второе особенное такое право – получить документ соответствующий. Без и подтверждал бы этот статус? Да. Форма довідки или паспорт внутренний, или даже для беженцев есть предусмотренный в международном праве проездный документ для международного путешествования. Беженец, короче, человек, который обладается всеми правами, как украинец, кроме того, что он не будет участвовать в выборах, это для граждан. Он не будет в армии служить, это для граждан. Есть определенно несколько прав. Все остальные права для беженцев тоже. Что надо подчеркнуть, когда говорим, есть право работать, они наравне украинских граждан. Значит, они не имеют никакие дополнительные требования
разрешение для беженца, чтобы поступил в трудовой рынок. Уже это не значит, что кто-то обязан эту работу конкретную дать, но право на эту работу имеет соответствующий документ, чтобы с этим документом пришел в банк и открыл счет, чтобы с этим документом получил фискальный номер, если хочет заниматься своей деятельностью. На это имеет право. И очень много беженцев в Украине, в историю, скажем так, независимой Украины, это право получило и использовало. Есть беженцы, которые живут очень комфортно, есть беженцы, которые живут, как многие другие украинцы, из дня на день. Но они этим правом пользуются. К сожалению, есть тоже категория беженцев, которые ждут. И в этом промежуточном времени, которое иногда длится 1, 2, 3, 4 года, они этих прав не имеют. А, до речі, стосовно терміну. Який термін може перебувати людина в статусі біженця і з перспективою отримання громадянства, якщо буде? Чи він має право на громадянство України? І за який період таке право в нього може з'явитися? Із логіки вещи, якщо біженець не предусмотрив, що його будуть преслідувати, що буде війна, он тоже не может предусмотреть, когда вернется домой. Это зависит от объективных и часто субъективных факторов на родине. Значит, один раз даешь статус беженца, он не ограничен. Он ограничен в смысле, что документ выдается на 5 лет. То есть в часе он не обмежен? Это может быть рік, два, три, 10 лет? Есть, к сожалению, беженцы, которые всю жизнь не вернутся домой. Есть беженцы, которые живут так долго в стране, что решают принять гражданство страны, которая их приняла. Есть беженцы, которые в течение пару лет складывают новую семью, имеют детей, которые украинские потом. Значит, беженец, статус ограничивается условиями, которые вытеснили его из родины. Есть другой статус, я намек на международную защиту, он ограничен сроком на один год. Называется дополнительная защита. Тот статус дается только на год, потому что ожидается, что, возможно, этот конфликт закончится. Но если конфликт не закончится, правительство, структуры обязаны этот статус продолжить, пока условия на родине такие, что человека возможно вернуть. Что касается натурализации, Украина достаточно толерантное общество в смысле натурализации. Срок надо прожить легально на территории Украины 5 лет. Надо сдать или показать, что знаешь украинский язык. Там есть пару таких еще... То есть есть передумови набуття громадянства? Да, да. И каждый год Украина натурализирует какое-то количество, я теперь не помню точно статистику, но думаю, что Украина натурализировала до сих пор за последних 15 лет почти 600 человек. Это украинцы сегодня. Они носят украинский паспорт, и их дети уже невозможно отделить от украинского общества. Якщо говорити про легалізацію і документалізацію цих людей, які перебувають в статусі біженця або претендують на цей статус в Україні, які проблемні аспекти на сьогодні є? Як легко здобути сьогодні в Україні статус біженця? І які б рекомендації ви б сьогодні надали тим людям, які прагнуть набути цього статусу, і тим органам, які займаються безпосередньо в системі, в структурі біженців? Це один із найболезніших питань. Чоловік приїжджає, не только что не знает языка, и тяжело ему понять обыкновенный вопрос, кто вы, откуда вы, переводчиков мало и так дальше. Проблема в том, что на регистрацию, на статус беженца очень часто нет бланков. Очень часто банальное питание. Очень банальное. Очень часто от беженца требуют, чтобы принес свои две фотографии и 6 листочков бумаги. Есть требования от беженцев или тех, которые претендуют на статус беженца, да, ищут убежище, чтобы принесли подтверждение жилья, что они где-то уже живут. Но это уже совсем какой-то административный, скажем так, недостаток. Вторая проблема, когда человек пробьется через этот первый шаг, что кто-то с ним будет говорить, выполнит с ним анкету, основные права и обязанности объяснит, ему выдадут так называемую довідку, подчеркиваю, когда есть бланк. Эта довідка по системе, которая была сделана в административной реформе, требует несколько подписов. Человек придет,
отдает свой паспорт национальный, если он имеет, и должен получить довідку, но довідки тобто нет. Тобто досить громіздка процедура, яку не всі витримують, і, можливо, навіть і не знають механізмів. Потрібно спростити таку процедуру? Ми стараємося рекомендувати правительству спростити цю процедуру, тому що процедура, як вона тепер положена і розроблена, очень затрудняет жизнь всем, не только беженцам в первую очередь, но чиновникам. Представьте себе, дадут вам, наконец вам дадут довідку, наконец найдется этот штамп, количество людей даст разрешение после этого первого интервью, и эта довідка вас охраняет перед первым полицейским, который имеет право спросить, где у вас документ. Человек выходит документально голый, свой паспорт отдает и получает довідку. Эта довідка имеет срок действия 1 месяц. Надо лично через месяц снова прийти, снова стоять в очереди. В некоторых городах, как в Харькове, только 2 дня в неделю принимают людей. И не на всех есть бланков, 6 людей в день. Если получишь довідку, через месяц вернешься, поставить тебе новый штамп. Одна из наших рекомендаций, потому что не знаем ни одного случая, где статус беженца определяют в течение месяца. То есть затягивается, как правило? Затягивается 6 месяцев до нескольких лет. Мы рекомендуем минимально дать довідку со сроком 6 месяцев. Почему на месяц? Зрозуміло. І, власне, чому це потрібно Україні? От, окрім іміджу, наскільки дійсно, якщо говорити з прагматичної точки зору, окрім іміджу, Україна отримує ще й, відповідно, і нових громадян, і асиміляцію в наше суспільство, відповідно, терпимість до людей іншої національності. І загалом, які ще фактори тут спрацьовують? Здесь факторів дуже багато. Начну недавно, я смотрел на демографические статистики України. У вас так много украинцев в последнее время уехало за работой в другие страны, что в некоторых регионах даже нет достаток рабочих сил. Это один такой фактор. Но я думаю, это не самый важный. Он вспоминается, но миграция и беженские потоки – это какой-то натуральный процесс. Мы всегда уже вперед теперь будем смотреть, будем двигаться. Это не как 100 лет тому назад, що движення було мало. І не варто забувати, що Україна – це і ворота Європи, відповідно, в нас також мають діяти ті принципи, і десь, певно, захисний бар'єр. Саме важливе, Україна вирішила стати сучасним державством, яке буде приймати і респектувати права чоловіка. Біженці – одне із багатьох прав, які треба респектувати. Для беженцев, которые здесь придут, я думаю, самый такой прагматичный момент, если человек придет, мало кто придет с достаточными средствами, его надо скоро идентифицировать, дать документ, чтобы этот человек мог нормально зарабатывать. Мы посчитали только на 3 рынках, Барбашевка, 7-й километр и Троещина, сколько беженцев там взяли допрос. Только эти люди, которые работают там, приносят вклад в бюджет Украины 3 миллиона гривен в год. Значит, они приносят какой-то опыт, экономичные... Социальные аспекты тут задеются. Очень много. И другие направления. Дуже дякую вам. На жаль, наш час обмежений ефірним часом. Ми маємо завершити нашу розмову. Олдріс Андресик, генеральний представник управління Верховного комісара ООН у справах біженців Білорусі, Молдови і України, був гостем нашої студії. Дякую вам за участь у нашій програмі, за те, що знайшли час і завітали до нас. А нашим глядачам дякую за увагу до телеканалу «Рада». Залишайтесь з нами надалі, якщо хочете більше знати про життя країни та події у Верховній Раді. На все добре.